Пролетарий против интеллигента. Литературный конфликт Маяковского и Булгакова. Булгаков и Маяковский были полными противоположностями. Советский поэт был пылким революционером. Образованный и сдержанный Булгаков ненавидел коммунизм. Творчество тоже не могло сблизить футуриста и классика. Неудивительно, что оба были настроены друг к другу враждебно. Булгаков высмеивал поэта в записках на манжетах. Маяковский в пьесе «Клоп» поставил Булгакова в ряд умерших слов. Он критиковал «Дни Турбиных» и покинул зал в середине спектакля. При встрече авторы вежливо обменивались насмешками. Они играли вместе в бильярд, старались блеснуть друг перед другом мастерством. Маяковский играл лучше и комментировал неудачные удары противника, а Булгаков злился, когда поэт называл его просто по фамилии. Отношения писателей окончательно испортились из-за женщины. Они соперничали за дружбу с актрисой Марикой Чимишкян. Однажды оба приехали встречать девушку на вокзале. Булгаков успел взять чемодан и уговорить ее остановиться у него. Раздосадованный поэт забрал у Марики билет, чтобы она навестила его до отъезда.